Этот блок питания стоит в нашем новом тестовом ПК на базе AMD. И да, вы все верно поняли, это Aircool серия XS на 1000 Вт. С важной пометкой 80+, бронзовый сертификат. Давайте кратко, это черный блок питания, стандартных размеров, частично модульный. Меня это немного напрягло, так как в моем случае при частых сборках и разборках компьютера, а также смене деталей, я бы свое предпочтение отдавал больше полностью модульным моделям, но если у вас компьютер собирается один раз и на 2 года, а может быть и больше, то я думаю, что наличие модульности не принципиально. Блок питания работает в сетях с напряжением переменного тока от 100 до 240. Охлаждает все это кулер на 140 мм, и назвать его не шумным язык не поворачивается. Но шумный он только при максимальных нагрузках, а в остальное время даже на открытой системе вы ничего не услышите. У нас он будет стоять в корпусе с повышенной шумоизоляцией, а значит, меня данная проблема беспокоить не должна. Кстати, обзор на корпус вы можете поглядеть по ссылочке в описании. Важной особенностью данного блока будет реальная выходная мощность в 1000 Вт. Все кабели имеют плотную черную оплетку. Важным фактором этого блока питания будет то, что он имеет достаточно большое количество кабелей в комплекте с хорошей длиной. Основные на 20+4 пина и 4+4 пина для процессора. Два коннектора для PCI-Express видео карты и 5 для периферии, хотя на самом блоке имеется вход только для 4. Положили в запас, так сказать. Почему я выбирал именно этот блок питания? Все просто. БП защищен от перегрузки по мощности и напряжения, от низкого напряжения, как раз от того самого, благодаря которому происходит замыкание в сети, а также защищен от перегрева. Производитель также отметил на своем сайте, что данный блок питания не наносит вреда окружающей среде и соответствует каким-то там экологическим требованиям. Не знаю, насколько это важно, но пусть будет. По факту, напряжение держит, можно подрубить до 6 видеокарт. Провода в комплекте длинные, бронзовый сертификат 80+ есть. Однозначно стоит присмотреться. Ну, а мы запихнем данный блок питания в наш новый корпус и пойдем дальше наслаждаться тестами. Ссылочка в описании.